Алча дорого, купить не могу. А вот клубнику я могу себе позволить. И цены приемлемые. Клубнику сейчас купить невозможно. Я честно говорю. На рынках уже появились в продаже всеми любимые фрукты. Ягоды, клубника, алча и даже арбуз. Они многих привлекают своим аппетитным видом. Однако потребление таких фруктов в так называемый несезон может вызвать осложнение в организме человека. Известно, что такие плоды выращивают в теплицах, и несезонные фрукты содержат химические вещества. При их выращивании фермеры особенно используют азотные удобрения. 2 года назад я побывал на одной из плантаций клубники в нашей стране. Для ее выращивания применяется до 30 химикатов. Не советую сейчас употреблять этот плод в большом количестве, так как он вреден для организма. Алча же – растение, ее привозят из-за границы. Конечно, если в Азербайджан поступают несезонные фрукты, они хранятся в определенных камерах и являются нежелательным товаром. Это относится и к алче. Плоды, выращенные на удобрениях, могут вызвать серьезные осложнения в организме человека. Употребление несезонных фруктов может привести к онкологическим и хроническим заболеваниям. Наиболее частыми осложнениями, которые мы наблюдаем, являются пищевое отравление и острые желудочно-кишечные расстройства. Если вы столкнулись с такой ситуацией, в первую очередь следует промыть желудок. После этого необходимо обратиться к врачу, который примет соответствующие меры. Агентство продовольственной безопасности регулярно проводит мониторинги, и продукция проверяется в лабораторных испытаниях. Чтобы обеспечить безопасное выращивание и импорт в страну несезонных фруктов, эти продукты должны продаваться в учреждениях, зарегистрированных в соответствии с требованием продовольственной безопасности. Импортные фрукты и овощи перед разрешением на продажу проходят лабораторный анализ и получают сертификат продовольственной безопасности. Потребители имеют полное право требовать этот документ. Также должны соблюдаться санитарно-гигиенические правила в помещениях, а продукты не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Мы рекомендуем потребителям употреблять все продукты в сезон. Итак, прежде всего, убедитесь, что пища, которую вы принимаете, натурально, чиста и полезна. Одним из важнейших правил здорового и правильного питания является употребление овощей и фруктов в сезон. Фрукты и овощи, выращенные в результате природно-климатических факторов, богаты витаминами, минералами и другими полезными компонентами, так необходимыми нашему организму. Фидан Бабаева, Халид Алиев, Заур Гусейнов, Новости АСТВ.